Спасибо за то, что меня смотрите. Спасибо за то, что вы помогаете мне освобождать мой дом. Мне реально это очень ценно, потому что я не могу выкинуть просто эти вещи. Я знаю, что они могут принести пользу, и я с удовольствием вам их отправлю. Я не хочу продавать это все, это для меня слишком долго. Мне гораздо проще снять вот такое вот видео и отправить кому-то порадовать. Все, всем пока-пока, спасибо вам всем большое. И я напоминаю, что скоро у нас будет розыгрыш духов. Я уже 150 раз об этом говорила, но все никак руки не дойдут снять. Они у меня лежат, они у меня готовы, нужно просто снять отдельное видео и запустить розыгрыш. Но уже вот-вот у меня руки дойдут, сейчас вот с вот этим я закончу, и мы займемся духами. Все, всем пока-пока.